Место встречи изменить нельзя. Праздник, посвященный дню рождения поселка Горки Вторые, всегда начинается возле памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. День рождения без подарков – это не праздник, но жителям Горок Вторых жаловаться не приходится. Вторая часть торжества прошла в сквере, который местные власти в рамках губернаторской программы благоустроили ко дню поселка. Мы долго работали над этим проектом, долго искали, чтобы неординарность была этого проекта. И я думаю, что мы его все-таки нашли. Не как везде, не как у всех. Сквер в Горках Вторых создавали всем поселкам. Идеи по его обустройству выносили на голосование. Воплотили те, которые набрали наибольшее количество голосов. Но на этом сотрудничество местных жителей с подрядчиком не закончилось. Мы согласовывали этот проект на отчетном собрании с советами многоквартирных домов, с населением, и каждый сделал свою лепту. В сквере нашлось место даже для Кирьяна или Вити. С именем для сантехника, скульптура которого украсила новое место отдыха, жители еще не определились. На самом деле здесь под землей проходят коммуникации. Задача пока безымянного мужчины сделать это незаметным. Центр сквера – фонтан. И это второй подарок жителям Горок Вторых ко дню поселка. Торжественный момент! Праздник в Горках Вторых удался на славу. Подарками жители остались довольны. Говорят, с нетерпением ждали торжественного момента. Это здорово очень. Очень здорово. Мы всегда ожидали, чтобы что-то было новое, красивое, чтобы было и детям приятно, и взрослым, и старикам. И молодежи. Горки Вторые – поселок с богатой историей, который не подвластен годам. Здесь одинаково хорошо себя чувствуют представители старшего поколения и молодежь. В принципе, все есть. И для более старших детей, да, тоже. Детский парк, кораблик, футбольное поле для более старших. В общем, все хорошо в поселке. Правда, пожелания у местных жителей все же есть. Например, построить новую школу или еще один досуговый центр для молодежи. Появятся ли в поселке эти объекты, покажет время. А пока в Горках Вторых продолжается благоустройство.